В Елабужском институте КФУ собрались археологи, историки, краеведы, члены археологических отрядов Республики Татарстан. Цель мероприятия – развитие системы научного подхода в археологии, повышение уровня знаний об истории родного края, а также обмен опытом работы профильных кружков. Приехала на этнологический слет как руководитель, получается, археологического кружка. Я привезла сюда 11 ребят, пятиклассников. И также я выступила с докладом о работе нашего кружка за этот учебный год. Я очень рада, что по сей день есть такие мероприятия, в которых можно заявить о себе и показать себя. Во время конференции участники зачитали доклады о проделанной работе в рамках археологических исследований. Помимо этого, участникам провели экскурсию по институту и музею. Все желающие могли принять участие в квиз-игре и посетить мастер-классы. В завершении историко-этнологического сбора участников наградили дипломами и призами. Роберт Хасанов, Айдар Нурмиев, Универньюз. We'll be right back.